Украина! Блин, Кристина, я поняла. Мы с тобой не можем уехать из Харькова, потому что мы просто не умеем водить машину. Блин, точно. Это здесь не сложнее, чем на велосипеде. Только там две педали, а тут три. Ну да, в велосипеде просто педаль газа и педаль тормоза. Кристина, а ты знаешь, что возле педали газа нельзя курить? Дурацкий ремень безопасности. Я думала, что его нужно в штаны просовывать. Кристина, ты не думай, ты просовывай. Да короче, зачем вообще нужно пристегиваться? Ты совсем дурочка, Кристина, быстро пристегнись, давай. А вдруг разгерметизация? И вообще, пока мы разгоняемся, важно быть пристегнутой. Потом захочешь, отстегнешься. Я в самолете видела. Ух ты, а что это за циферки такие? Кристина, это значит, что больше 70 килограммов в час ехать нельзя. Нет. Кристина, я тебе... В машине самое главное – это подогрев попы, потому что иногда бывает так горячо, что ехать просто невозможно. Нет, Даш, самое главное – это разобраться, где переключаются скорости. Тут пульт должен где-то быть. Может, в бардачке? Не знаю, не под попой. Слушай, Даш, а мы по навигатору будем ехать? Нет, блин, по полярной звезде, Кристина. Блин, как же она заводится. Даш, Даш, смотри, наша машина плачет. Блин, эта машина такая старая, что в техпаспорт нужно будет скоро третью фотографию вклеивать. Почему мы не едем? Даш, может, у нас бензин закончился? Да нет, я проверяла, там в багажнике еще целая канистра. Значит так, я без аптечки никуда не поеду. Это против правил. Кристина, Фунтия, через дорогу целая аптека тебе хватит? Прикольно. Блин, может, коленвал барахлит? Коленвал? Коленвал. Нет, Даш, коленвал это к терапевту. Слушай, а у нас есть буксировочный трос? Не знаю, зачем тебе. Понимаешь, просто эта машина изнутри тебя уже не тянет. Мы отсюда так до завтра не уедем. Короче, Кристина, иди толкай машину. Направо? На Киев. Да блин, Даш, короче. Кристина, что ты сделала? Ты все сломала. Как мы теперь поедем? Да все, все, все починила, все работает, все нормально, не кричи. Кристина, ты кто по гороскопу? Рак. Все понятно. Это мы из-за тебя не едем. Чего это из-за меня? А то это, Кристина. Потому что рак постоянно назад ползет, а машина вперед должна ехать. Вы с машиной несовместимы. Даша, ты вообще рыба. И что? Иди катамараном управляй, там тоже есть педали. Отлично. А ты год овцы родилась, Кристина. А ты год свиньи. Вообще, овца штурма. А куда ж мы доедем, интересно? Отлично, овца. Ме, ме, ме.